Мы едем с Крыма. Пробки не было. В Крым пробка. Вот Лукойл, который после моста с Крыма выезжаешь. Первый Лукойл. От Лукойла стоит пробка. И даже далее. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. Ну, всіх і кожного, друзі, я чекаю в коментарях, ми маємо все це обов'язково обговорити. Але перш ніж ми будемо стартувати, не забувайте лишити нам вподобайку та, звісно, підписатися на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ребята, мост закрыт. Ну, короче, обратно в Севастополь, походу, ебать. Тока-тока. Не подходи. Да-да, не подхожу. Сложила, нахуй. Капитально. Только что, 2 минуты назад. Ебать. Жестко. Тачку взял, да? А там, может, кто-то как будто плохо? Так надо помочь, что они там все стоят? Что вы стоите? Идите сюда! Твою мать! Есть там кто? Там пиздец. Нет, нет, не форт. Да? Шевелитесь, пожалуйста. Не шевелитесь. Скорую, Дима, пусть скорую высылают. Женщина, не шевелитесь. Вам, вы себе можете навредить, пожалуйста. Не шевелитесь. Слышите? Один человек. Два человека. Там второй сидит. Ну не сидит уже, бежит. На втором все, по-моему. Там мясо. Девушка, не шевелитесь, пожалуйста. Не шевелитесь, девушка. Сделайте только хуже. Пожалуйста. Я понимаю, что у вас шок и вам больно. Не шевелитесь. Да где? А вызвали, да, службу? Вот по телефону.
телефону, да. Девушка, не шевелитесь, солнышко, потерпите, я понимаю, что невозможно больно. Мы едем с Крыма, пробки не было. В Крым пробка, вот Лукойл, который после моста, с Крыма выезжаешь, первый Лукойл, от Лукойла стоит пробка и даже далее. Здравствуйте, приедете. Керчь. На мост или? Нет. Нет, приезжайте. А что, если на мост? Закрыт.